коза на крыше пасется. Привязаны там, по-моему, даже. Что он там ест, интересно? И не одна, там еще он одна. Пальма кокосовая. Вот кокосы висят. Ну, так, для понимания, куда я попал. Здесь за 900 тысяч така можно купить себе раба или рабыню с документами официально и на всю жизнь. Скромные у них жилища, очень скромные. Очень скромные. О, огурцами заплетен весь дом. Похоже на огурцы. Листья как у огурцов. Интересно, куда они все едут? Бегут, едут. На всех видах транспорта. Куда? Ну, какая пальма старая. Конечно, климат здесь такой хороший. Вроде тепло, но и не жарко. Так прям хорошо тепло, но жары нету. Прям такой жары, прям жары. Нормально вроде. Я думал, будет более удушающая жара. Блин, движение тут, конечно, ё-моё. А так-то, в принципе, погода хорошая. Вот, кстати, никто ж пешком-то не ходит, все ездят на чем-то. Никто пешком не ходит. Один я пешком иду. Thank you.
может быть, дорогу перейти.